Соня и Миша – воспитанники Центра помощи детям «Иволга». Там находятся дети без попечения родителей. О том, что малыши хотят на Новый год, они написали Деду Морозу. Вот уже 13 лет в городе устанавливают елку с открытками, в которых маленькие самарцы с непростой судьбой пишут о своих мечтах. Я загадал машину на пульте управлений. Я мечтал стать гонщиком. Сегодня для детей провели экскурсию в музейно-выставочном центре «Самара Космическая». Ребята увидели настоящие артефакты, составляющие ракетно-космической техники и модели ракет. Глава города Елена Лапушкина приготовила детям подарки, о которых они мечтали. Теперь Соня сможет научиться кататься на коньках, а у Миши появилась машинка, которую он так хотел. Так приятно видеть счастливые глаза детей, которые продолжают верить в Деда Мороза. И так приятно раз в год быть теми самыми Дед Морозом и Снегурочками, которые исполняют детские желания. В этом году исполнится мечты более 500 маленьких самарцев, воспитывающихся в социальных учреждениях города. Снять открытку с елки и приобрести подарок может каждый. Всего за годы проведения благотворительной акции самарцы помогли исполнить мечты 10 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Мария Ильчан, Василий Колдашов. События.